Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй. И сегодня, ребята, мы поиграем с вами в Future Fight. Это моя первая, наверное, одна из первых игр, в которую я начал играть. Но давненько я в нее не заходил. А тут прочитал, что очень глобальное произошло там обновление. Много чего добавили, и я решил глянуть, что же тут у нас поменялось, какие добавились герои. Так, новый режим, захват. Ого, где союзы противодействуют друг другу. Доступен новый контент арена. Так, вот это, ребята, уже что-то новенькое. Так, я получил особый сундучок. Предельный обелиск. Я надеюсь, что многие в эту игру играли, поэтому для них не будет здесь что-то новенького такого или что-то непонятного. Ну, если кому-то будет интересно, то пишите в комментариях, и я буду снимать почаще про эту игру, про развитие героев и так далее и тому подобное. Ну, а пока давайте будем с вами смотреть. Новый герой — Богомол. Я думаю, что я выберу, наверное, все-таки Богомола, потому что призрачный гонщик Робби Рейес — это тот же самый гонщик, как обычный, только немножко измененный, да? Давайте возьмем все-таки Богомола. Богомола у меня еще нету, тем более биометрика. Вау, 50 штук, неплохо. Так, билет развития до класса 2. Набор ускоритель 50 штучек. Билет для прохождения 20 штук. Открываем. Ёлки-палки, что тут они намудрили, а? Дофига. Так, игра Marvel с нами уже 2 года. Ну, и они нас благодарят всякими вкусными плюшками. В принципе, это хорошо. Так, что тут у нас? Лайкни в Фейсбуке. Забрать. Ну, давай. Билеты еще 20 штук дали. Так, а здесь что у нас? В Твиттере они уже даже засветились. Так, ну, я по баннеру, наверное, не буду никуда проходить. Мне, наверное, и этого хватит. Читайте нас в Твиттер. И еще 20 билетов. Так, кто-то там мне уже сообщение пишет, но это не важно. Надо же, меня еще из клана не выгнали. Ядрить его на корень. А я не был в этой игре, если не ошибаюсь, месяца 3-4, наверное. Может быть, конечно, чуть-чуть поменьше, а может быть, чуть-чуть побольше. Точно я вам не скажу. Но я вам скажу одно, что в этой игре очень-очень много персонажей. Так, нет, я оставлю канал русский. Ничего я менять не собираюсь. Так, больше, по-моему, здесь я ничего не могу сделать. Смотрите-ка, хлыст, новые персонажи. Блин, давайте глянем, я хочу посмотреть, что он из себя представляет. Этот хлыст мне, знаете, кого напоминает? Помните, да, Железного человека, фильм, когда чувак там был на машине, снимался там Микки Рурк, чувачка с лазерными вот этими хлыстами. По ходу дела, этот персонаж как раз и есть. Даже чем-то на лицо смахивает. Такие же длинные волосы, такое же безобразное лицо. В общем, по-моему, он и есть. Так, ну что же, и что ты умеешь делать? Вау, 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 как ты хорошо бомбишь, Малорик. Да, мне бы, конечно, такой бы персонаж не помешал. Так, а здесь кто-то у нас? Звездный лорд. Рекомендуемые предметы, восполнение, костюмы. Магазин, ну, магазин жетонов нам не нужен, это донат. Так, что тут такое? Комплект карт комиксов. 5 звезд. Всего за 1200 алмазов. Нет, спасибо большое. Так, забираю героя от 1 до 4. Бесплатно. Забираю героя. Конечно, заберу. Как же не забрать? Ну, почему он? Ну, почему воитель, а? Джеймс Роудс, пилот морской пехоты США, надевает доспехи воителя, созданные Старком. Ну, вы помните, был у него там дружок, которому он сделал такие же доспехи, и он летал и помогал всячески Железному человеку. Так, что у нас здесь еще? Сундуки, это кто такой? Вау! Кроссбоунс, это что-то новенькое, елки-палки, такого не было. Я, честно говоря, даже не припомню. Все-таки здесь очень много чего новенького добавилось, ребята. Восполнение, да? Энергии. Ну, насколько я смотрю, у меня ее 545. Но тут можно сделать бесплатно. Ну, конечно, дадут тебе. Они напишут, что у тебя, братец, энергия полнёхонькина. Так что сиди и не вякай. Ладно, в принципе, мне это устраивает
как оно есть. Ну, это у нас енот-ракета. Из фильма «Стражи Галактики». Так, лаборатория. Что у нас здесь? Генератор антибактерии. Я забираю свои кристаллы. Так, транспортер. Кого отправить? А, тут у нас завершено противостояние, да? И результаты миссии. Ну, так, понятно. Добыли карточку. Доступно мгновенное прохождение. Ну, я не знаю, стоит ли. Давайте кого-нибудь отправим. Так, Железного и Капитан Америку. Пускай идут. 240 кристаллов. Давайте, ребята, не будем мы делать мгновенное прохождение. Пускай сами там штудируют. Так, магазин предметов, генератор улучшить. О, 120. А у меня с деньгами-то какая напряженка. Ёлки ты палки, да, давненько не заходил, давненько. Ну что, вот моя, ребята, команда на данный момент. Вы прекрасно ее видите. Веном. Вау, вот он, богомол. Богомол, воспитанная в храме пацифическими жрецами Памы из расы Карий, богомол должна была стать небесной Мадонной, матерью небесного мессии. Она является исключительным специалистом по боевым искусствам, а также мастером медитационных учений, благодаря которым имеет невероятный контроль над своим телом. Богомол также обладает эмпатическими способностями, позволяющими ей ощущать эмоции других и общаться с растениями. Ну, что-то как-то не особо, чтобы я сказал, хорошо. Ну, ладно, посмотрим потом ее в деле. Ну, а сейчас я, ребята, думаю, стоит ли мне менять свою формацию или нет. Так, железный человек, елки-палки. Призрачный гонщик у меня развит, ну, почти по максимуму, да, 42 уровень. А их всего, по-моему, 60 здесь. Вот, его я трогать, естественно, не буду. Веном, Венома тоже надо качать. Ну и в принципе этого железного человека, недожелезного человека, надо тоже развивать. Так, Гамора появилась. Тут, короче, появились герои из Стражи Галактики. И это хорошо, в принципе. Я тут запутался, тут столько всякой ерунды. Лунный жетон. Можно купить предметы события. Какие предметы события? Я что-то не врублюсь немножко. Сейчас потрачу нафиг, а потом буду об этом жалеть. Нет, я пока, наверное, ничего не буду трогать. Билет для прохождения. Так, вы мгновенно пройдете миссию, если уже заработали 3 звезды. Так, до 2 уровня. Повысите ранг героя с 1 до 2. Повышение урона ядом, металлическое сопротивление. А, ментальное. Разница класса. Ёлки-палки тут. Господи, что тут наделали? И с этим я пока разберусь, уйдет не одна неделя. Так, вы получили биометрику. Это хорошо. Ну и кого бы мне взять биометрику, а? Хлыста? Хотите приобрести? Давай. Сколько? 8 штук всего? Блин, мало. Мало. Надо мне 50. Так, а здесь... Это еще кто такой? Капитан Америка Шерон Роджерс? Это еще кто такая? У нас проблемы. Максимус задумал недоброе и сбежал. Нелюдям нужна ваша помощь. Нелюдям? Какая помощь-то? Вот и началось. Новые мстители попали в беду. Нам нужна ваша помощь. У всех, что ли, есть наш номер? Мне казалось, что это секретная база. Ну если вы можете помочь, выберите, куда хотите отправиться и выручайте их. Если все получится, я дам вам особое снаряжение. Вау, особые миссии. Особые миссии открылись. Это что такое у нас? Так, наслаждайтесь разнообразным тематическим контентом из вселенной Марвел. Так, ёлки-палки. Скрытый путь, гость-нелюдь. Ё-моё, давайте выберем правитель темного измерения, наверное. Так, начать проходить испытание этого набора заданий. Одновременно можно активировать только один набор. Но переключиться можно в любой момент. Хорошо, давайте правитель темного измерения мы выбрали. Так, и что зависло все? Так, выполняется, да, значит? А что, он автоматически, что ли, получается? Чтобы получить награду, заполните полностью нижнюю графу.
И как я это должен сделать-то? Ядрить его на корень, а? Ребят. Ну, давай кликнем сюда. Не врублюсь. Эй, вы, да, вы. Вам не нужно золото, верно? Я знаю, как его можно получить. Сражайтесь в ежедневных миссиях и забирайте золото и из-за 8 плохих парней, побежденных вами. Превосходно, правда? Ежедневно, ну это уже было. Это уже было. Почему они меня обучают по ежедневным миссиям, когда это все уже было и ранее? Непонятно. Коснитесь, чтобы посмотреть список наград. Так, надо будет мне, ребята, потом отрубить голову. Отрубить голову. Так, ну что, ребята, давайте сделаем, наверное, с вами поход, как говорится, на миссию. Чем мы тут будем? Мы сейчас будем тут полдня разбираться, что добавили, что убавили и так далее и тому подобное. Нам надо проходить задание, хотя бы обычную, как она называется-то? Обычный сценарий, средний Манхэттен, значит. Ну что ж, побежали. Так, замечательно. Мой призрачный гонщик тут непобедим. Просто-напросто непобедим. Я даже не думаю, что кто-то здесь найдется, что мне может доставить какую-то конкуренцию. Для тех, кто в курсе, здесь получается так, ребята. Начинается миссия, на нас нападают враги. В конце задания мы встречаем босса. Если мы босса проходим, побеждаем, то мы получаем награду. Вот, в принципе, и вся суть. Ну, это я имею в виду в обычных миссиях. А вот и сам босс. Какой-то он вяленький, если честно, смотрите. Просто я его разделиваю как сосника. Так, все, он сдох. От огненного пламени он погорел. И мы проходим это задание. Тут у меня еще помощь, оказывается, была, но я ее не вызывал. Миссия пройдена. Так, и что у нас получаем? 3 звезды. Вау. Неплохо. Так, мы получили карателя, биометрику. Это радует, ребята. Это очень радует. Новый герой. Фрэнк Касл, увешанный медалями морской пехотинец, стремился сделать мир безопаснее ради жены и маленьких детей. Однако, когда его семья была безжалостно убита у него в глазах, он объявил персональную войну преступности, став карателем, беспощадным, яростным и неудержимым мстителем-одиночкой. В общем, ребята, это Пунишер. Надеюсь, все помните, смотрели такой фильм. Вот, или читали комикс. Это, короче, каратель-одиночка. И он нам достался. Так, что тут у нас? Достижение получено, и вы можете забрать в кнопке достижениях. Повседневная жизнь агента. Да, я хочу забрать. Почему бы и нет? Так, энергия 15. Ну, в принципе, нормально все. Так, и что здесь у нас? Какой-то, смотрите, Веном. Какой-то модифицированный, елки-палки, а? Агент Веном. В мире слишком много злодеев. Так много, что мне не справиться с ними в одиночку. Эй, вы можете мне помочь? Вот список злодеев, о которых нужно позаботиться. Отыщите цель и постарайтесь вычеркнуть ее из списка. Если получится, вычеркните их всех. Правда, не пытайтесь быть героем. Я уж точно не такой. Так, доступен новый контент. Осада злодея. Это что-то новенькое, ребята. Получайте бонусные награды. Вы побеждаете в осаде злодея с рекомендуемыми персонажами. Зарабатывайте жетоны хаоса. Ё-моё. Так, с 25 по 30, с 55 по 60. Да, ребята, здесь, значит, все-таки добавили выше, потому что там было 60 и далее. Значит, предел уже, наверное, 80 уровень. Хотя, черт его знает. Ну что же, давайте дальше с вами проходить, ребята, основную сюжетную линию. Опять у нас средний Манхэттен. И на этот раз опять эти недолюди. Хорошо. Вот так отличненько было сделано. Так, мой мотоцикл убивает всех. Так, кто у нас здесь, интересно, будет босс? Мне это очень хочется знать. Так, Веном, покажи. Где рак зимой? Он у меня, правда, слабенький, 26 уровня. Хотя, не такой же он и слабенький, ребята. Жаль, у него, конечно, всего 2 удара. Но этого ему вполне достаточно, чтобы расправляться с грудой врагов. Так, хорош тут мне грузиться уже по 3 часа. Давай быстрее погружайся. Я хочу дальше воевать. О!
да? Давай, рви. О, мой железный человек модифицирован. Ну, на самом деле, он какой-то хиленький. Да и 17 уровней у него всего. Я его взял в свою компашку лишь для того, чтобы раскачать. И, честно говоря, раскачивать у меня там очень много персонажей надо. Просто тьма. Если каждого качать, можно, грубо говоря, не один месяц ухайдакать времени. Так. Отличненько. И кто у нас тут? Ага, зимний солдат. Ну, надеюсь, его там вы помните. Это, если я не ошибаюсь, из Капитана Америки. Друг самого Капитана Америки. Лучший друг, который потом стал наемным убийцей. Так, миссия пройдена. И 3 звезды, отлично. Вау, у меня железный человек растет как на дрожжах. И это хорошо. Плюс 11, по-моему, биометрик мы получили. Сколько осталось солдат Гидры? Только небольшая часть, но, судя по всему, они отступают. Иокаста, ты можешь подключить радар к этому каналу? Я специально отпустила парочку негодяев. Понимаю, это устройство отслеживания местонахождения. Вы подключены. Вот это моя Наташа. Ты не оставляешь места для ошибки. Мы сможем найти с помощью этого базу Гидры. Угу. Ясно. Значит, мы будем искать базу Гидры и, соответственно, на нее потом нападать. А здесь у нас сюжетные миссии, исследования. Вот эту, кстати, ребята, я так и не сделал. А надо бы ее сделать. Это у нас, по-моему, Доктор Стрэндж. Это его миссии. Поэтому как-то надо будет до них добраться. Все никак руки не доходили. Хотя, как вы видите, 3 или 4 задания я все-таки выполнил. Так, что у нас дальше здесь идет? Турнир. Елки-палки, даже корейцы, как всегда, ну как же без них, ё-моё. Так, союзы в финале. Ё-ё-ё-ё, финал, 16, конец матча, ебейте его на корень. Туда, ребята, лучше не суваться, там очень и очень жестко. И там конкуренция, будь здоров. Так, что здесь у нас? Так, Винрейс, блудный сын. Блудный сын, хотите открыть? Да, я хочу открыть. И что вы мне за это дадите? Ну давай, быстрее прогружайся. Так, наград за прохождение. Так, золото 30 тысяч. Так, мусор, энергия 100. Ну это будет, когда мы пройдем. А когда пройдем, я даже не знаю. Так, звездный лорд. А интересно, что ты делаешь, а? Мне очень интересно бы это было бы узнать. Но, возможно, когда-нибудь ты мне попадешься на пути. А теперь поехали на основное задание. Так, кто у нас здесь? Здесь у нас агент 13, босс. Ясно. Анализирую полученные данные. Для каждой цели существует небольшая погрешность, касающаяся времени. Но они все прибыли в одно место. Это должно быть их база. Отлично, вперед. Не могу поверить, что дух Гидры все еще жив. Это ужасно. Они хорошо это скрывают, но их агенты повсюду. Гидры не видно, но она у всех на виду. Не волнуйся, маленькая леди. У вас же есть я, верно? Не будьте таким надменным, мистер Старк. Пусть вы и железный человек, но некоторым вещам вы помешать не сможете. Вот этого нам точно обсуждать не надо. Двигаемся. Я с вами. Ну что же, давайте, ребята, посмотрим, что тут у нас творится. И теперь мы на военном заводе. Ага. Продолжаем крошить ребят. Так. Шикарно. Так, разбомбили. Ну, тут абсолютно ничего сложного для моего, извините меня, гонщика нет абсолютно. Эти все солдатики просто шелупень. Так, опять эта прогрузка. И там нас ждет в конце агент 13. Да? Да. Ладушки, и, по-моему, мы сейчас до него добегаем. Уху! Отлично. Отлично, я тут махаю своими цепями. Так, замечательно. Ну и вот наш агент. Сейчас он от нас люлей-то и получит. Ага, он тут еще и со стражей. Ладушки. Ого-го-го. Все. Отдохни маленько. Шикарно. Шикарно я ее забомбил. Вау, я еще какой-то чертеж получил.
Ну что же, это хорошо. Ну что, ребята, на этом я буду заканчивать выпуск. Всем спасибо за просмотр. Я еще раз повторю, если вам понравился и вы хотите смотреть дальше прохождение и продолжение, то оставляйте свои комментарии или ставьте лайки. А на этом все, ребята, будем закругляться. До скорых встреч, всем пока и удачи, ребята. Can't stop bounce.